Ну что, друзья, всем привет, с вами Нести, добро пожаловать на новый ролик GTA 5 Online. Сегодня у нас скилл-тест на новеньких Lamborghini, и со мной сегодня Фроски. Всем здорово. А я взял, видишь, прокачанный. Какая она? Так это она у тебя куплена. Да. А у меня нет, столько денег. А у меня накуплено. Я не миллиардер, как ты, у тебя 60 лямов. Да блин, у меня тоже не особо много денег, знаешь. Я, у которого даже 2 лямов нет. Капец, я перелетаю, я вообще все так быстро. Она такая резкая ламба, эта прокачанная. Тык, обычная тык, тоже тык. Хорошая. Вообще ламбы эти прокачанные, когда они очень резкие. Да ё-моё, я очень резкий, я перелетаю. Слишком тебе говорил, резвая. Не, я хочу это. Блин, надо. Я тоже упал. Я перелетел только. Надо мне настройки графики, мне кажется, забавлять. Поиграть на ультрах вообще в полную. У меня еще 2К разрешение стоит в GTA. Я еще в 2К гоняю. У меня поэтому просадочки идут. У меня просадочки идут вообще. А, тут долететь надо. Ты упал? Не-не-не, я не упал. Пик. И чё, как мне здесь развернуться? Смотри, если выиграешь ты, то победа автоматически достается мне, потому что ты на прокачанный. Ой, да извини меня, тут можно было на прокачанный. Нельзя. Можно было. У нас тут было все честно. Можно было, я взял прокачанную, у меня наоборот меньше шансов пройти. Потому что у меня может быть тачка наоборот. Где-то будет быстрее ехать, чем нужно. Мне придется. А если тут где-то надо будет долететь, и вот эта тачка не прокачанная, не будет долетать. Да, она будет долетать. Мне будет проще. Для всех же делают тачек, чтобы как бы, они по дефолту же делают для непрокачанных. Где? Я же тут над тобой еду. Мне здесь тоненький с этим поворотом. Ой, надо это на превьюху, как кстати, взять. Поворотик. Ладненько. Посмотрим еще что-нибудь, может, на превьюшку найдем. А пока что едем. Просто паркур каким-то по зданиям идет вообще. На превьюхе. Кстати, да, второй еще скилл-тестик будет там. Какой-то из этих скилл-тестов, прям превьюшка у него была такая, как будто это азиатский скилл-тест. Ну, сегодня 2 скилл-тестика у нас на вот этих тачках, поэтому посмотрим. Я проехал, кстати, вот эти вот узенькие быстрее, чем ты. Молодец. А я превьюшку еще, я остановился делать. Ой, ё-моё. Куда я так разогнался-то? Блин. Да блин. А, как мне? Я застрял под рампой. Руливой. Не, ну скилл-тестик такой простенький. Самое хорошее. Типа здесь 29 поинт, да. Мы только 8 взяли. Завтра мы проведем тест-трансляцию опять прямую. Стримчик да. Проведем. Опять в 2. Где-то... Два часа. По МСК времени. На этот раз он не пойдет куда-то и не будет трансляцию переносить, да ведь? Так, а в смысле, я ее перенес, когда? Ты в прошлый раз ее перенес на полчаса. А, ну мне пришлось. Я надеюсь, ты... Я, может быть, завтра раньше ее запущу и проведем мы часов 5 в GTA. Я не знаю, может, что-то азиатское попройдем. О май га. Может, будем мотопаркур проходить азиатский, потому что я готов проходить завтра. Ну, типа, для меня это... Да ладно. Я готов всегда их проходить, просто я говорю, опять же, нужно время это искать, чтобы время было свободное. А у меня его очень мало бывает. А сейчас у меня есть такая возможность, и, может быть, что-нибудь такое попроходим. Ух, куда я так разогнался? Так, ты где там, кстати? У меня 11-й чекпоинт, я... Езжу. Ну а я на 10-м. Я беру вот этот чекпоинт, ты слишком быстрый, ты меня перегоняешь. Я очень я резкая, у меня резкая машина, понимаешь, я чуть-чуть газ нажму, я сразу куда-то чуть ли не вылетаю. Где? А, вон ты, 12-й. Я уже 12-й взял, да. Моё, я застрял на какой-то фигне, которая торчит из крыши. По лестнице надо проехать. А как я проеду? А, все. У меня, чтобы ты понимал, у этой тачки стоит минимальная подвеска. Минимальная. И на лестнице мне очень она сложно тягала. Заезжать. А я гоночную ставил, чтобы она быстрая была. Знаешь, а тут трубы не и я... Не надо ставить. Не надо подвеску сделать. Когда ты ее делаешь, эта тачка может, если ты ее берешь на скилл-тест, не пройти. Я же ее не под скилл-тест делал, я ее как бы для себя делал, но... Слушай,
Это нормально, что я спавнюсь прямо на какой-то фигне, которая торчит из крыши? Абсолютно нормально. А тут куда-то наверх еду. Кстати, вот этот элемент тоже, может, опять, может быть, пойдет на превьюшку. Офигеть, он прикольненький тоже такой. Что там? Ай! Вот я опять чуть-чуть тачку перегнал. Ну, тут типа спиральные трамплины. О, так, объясните. Здесь, оказывается, на лестнице вообще не надо было ехать. Тут надо было просто по краю проехаться и... Я сейчас проехал вагон. Вагон? Ой, я не помню, где это. Ну, я вот только взял 12-й чекпоинт. А, вот он ты, я вижу. Вон, видишь, где там по трамплину, который как спиральки? Вижу, вижу. Это очень прикольно выглядит, на самом деле. Так, что там вниз? Куда? А, тут по лестнице. Нет, я думал, тут просто вниз надо. Там не надо по лестнице. А когда? А, в смысле, тогда почему не надо? А, там по краешку. А куда здесь ехать? По краю крыши проедь. Подожди, а куда ехать, я не очень понимаю. Я вижу, что надо туда, а туда долететь надо или что? А, я заехал по лестнице. Ну... Ладно, здесь по лестнице, но там сложнее, на самом деле. Сомневаюсь, ну ладно. Я по лестнице прям легко так заехал. А, тут бустер, все, да, я понял. Ё-моё. Что? Что там опять? Я понял, что здесь надо сделать. Ну, здесь тебе будет легче, а у меня тачка, если ты уж прокачанная, будет сложнее. Всё, я спустился. А, не, не сложнее, я вообще просто разгончик не брал. Все, отлично. Отлично, ой, какая тут дырочка. А, здесь серьезно? Надо просто вот так по трамплинам проехать? Да, все, и все. И это сверху будет чекпоинт. Да. Вот здесь дырочки. А там долететь куда-то надо? Не-не-не, там долететь не надо. Ну там такой прям маленький прыжочек делаешь. И все. И ты на чекпоинте. А я тут гоняю. Ой, на чекпоинте. Короче, там нужно по краю крыши проехать, как по вулрайду. Я вижу. Я вижу. Так, а я тут еду, прыгаю по дорогам. Офигеть, здесь прикольно. Она здесь не сильно прям хорошо едет. Да, она фигово едет, но... Звуки он. Куда я проехал-то? Офигеть, какое-то не очень хорошее выглядит. Место заехал. Давай назад. Выезжай. Я тут уже на шоссе выезжаю, у меня 18-й чекпоинт. А что, это все сбор чекпоинтов? В смысле 18-й? Можешь меня подождать? Я хочу посмотреть. Да, а, тут уже будет? Ничего нету такого-то там. Факту, здесь просто дорога под конец идет. Я не могу проехаться. Я до конца, имею в виду, вначале доехал, но меня бустер в другую сторону выкинул. Нет, тут просто, я тебе говорю, тут так и там проходишь, уже ничего не будет. Там под конец чисто катание по городу идет. Катаюсь по городу. Финишируй. Я в порт какой-то приехал. Да, я тут гоняю. Я это прошел. Савчик. Не, прикольный вот этот скилл-тест. Да, скилл-тестик прикольненький. Мне понравился. А вот это что? О, вот это, кстати, тоже прикольный элемент. Я на шинах, короче, сейчас. Так, у меня сейчас уже 27-й чекпоинт. Сейчас буду финишировать. Тут под конец добавили спиральку и гвозди. И то какие-то странные. Я упал. Я так тупо упал, потому что я слишком релагнался. Так, а я вот беру чекпоинт 28-й, и я вижу финиш, и все, я еду на финиш прям прямиком. По воде гоню на ламбе. Давай, под воду уйдем сейчас. Я под водой еле еду. Давай, ну едь. Да, все, мы проехали. Ну что, друзья, переходим ко второму скилл-тестику. Ну что, друзья, мы переместились на второй скилл-тестик. И сейчас мы уже не на прокачанных машинах, как можно заметить. Но и этот должен уже быть посложнее скилл-тестик, потому что он выглядит, ну, уже реально красивее намного, чем тот. Сначала похоже на спуск. Очень похоже, ну, посмотри, видишь, как он все выглядит. А ты почему? Там. Почему мы прозрачные? А я не знаю, я не ставил. Без контакта. Я ставил от точки до точки. Да это опять может быть баг с этим, как с этой тачкой, я не знаю.
Может. Ты, кстати, почему взял тот же цвет, что и я? А, я всегда желтый. Все, здесь пропал без контакта. Это теперь... я всегда желтый. Не, я всегда желтый на роликах. Я почти всегда желтый. Ты на роликах часто розовый. Не-не-не. Это я у тебя на роликах был розовый. Розовики тоже можно брать, но желтенький покрасивее выглядит. Ну да, согласен. Розовый он слишком яркий, а желтый такой нормальный. Сколько здесь? 48 чекпоинтов. Нормально, нормально. Но пока что я ненавижу ездить по городу. У меня всегда, когда я еду в городе, у меня фризит. Ну потому что всего прям полно чекпоинт. Так. Вот прям вообще жестко фризит. Не, а я тут... Да. Опа, пошло. 12-й чекпоинт, и уже начинается прохождение каких-то первых элементов. Куда-то залетаем, не понимаю, куда тут едем. Так, куда? Стрелочка направо показывает. Тут направление по стрелочкам ехать. Подожди меня, ну подожди. Давай, догонишь. У нас такое, мы друг друга не ждем. Так. Я тут гоняю, тут одни чекпоинты идут просто, знаешь, на здание залетаешь. Залетаешь. Она, конечно, не прокачанная, очень сильно отличается от прокачанной. Потому что прокачанная, она прям поворотливая такая. Ну а ты как думал? А, стоп. А тут прям... Куда? Ой-ой-ой. А куда? Там, смотри, там по лестнице нужно спуститься. Иди по стрелочкам, там стрелочка налево, спускаешься по лестнице, и там уже заезжаешь на... А, вижу. Какую-то вот стенку, ну что это такое, беленькое, короче, объект. Ну я какой-то. понял. Трамплин, короче. Да, вот. Я тут гоняю по краям здания, вообще офигенно. Мне нравится. Вот сейчас бы главное не упасть, потому что эта машина не прокачанная, она очень трудно поворачивается по сравнению. Фух, ё-моё, я под конец упал, я думал, что все, вот просто вот под конец сам упасть, это все, но у меня чекпоинт взялся, это хорошо. Так, а это что такое? Это чё хорошо. Такое? Это что такое? Это что такое? А как тут так проехать-то? Ой-ой-ой, держись, машинка, давай. Я, короче, сейчас на крыше еду. Да, вот там по крышам очень долго ехать, на самом деле. Да я уже это понял. Ё-моё. Текст, берем еще один чекпоинт. Дальше куда? Ага, ась, понял. Я тут вообще тут я везде так гоняешь по тоненьким каким-то парям. Прикольно. Не обращай внимания на собак. Да уже пофиг. Си-си-си-си. Они у тебя не прям громко слышны? Слышно? Ну, короче. У меня это прям громко. Ну, у меня нет. У меня окно открыто, три собаки прям громко лают на улице и одна дома. Так, а чё? А, понял. Сюда вот ехать. Тут ага. Особо... Чё-то мне подсказывает, что тут есть троллинг. Нет, там троллинга нету. Либо здесь надо было выбрать путь, который будет либо с троллингом. Я думал, я сейчас упаду. Я так тупо сейчас мог опять пасть. Но я не упал. Ты что, на каком чекпоинте? Я на 20-м. Я на 18-м. Ну вот ты прям. Хотя я ни разу не упал. Сзади меня. Едешь? Хотя я ни разу не упал. Я тоже ни разу не падал. Нет, ты падал. Но он взял чекпоинт. Я же взял. Но ты же упал. Вот мы сейчас начали говорить, не упал, упал. Я упал, прикинь. Нормально. Ё-моё, я не могу. Здесь надо проехаться по тоненьким, а меня тачка слишком не успевает тормозить. Надо помедленнее чуть-чуть. Упадки. Я сейчас еду по тоненьким, да. Где хорошо. Конус. Вот, да, там проходишь. И... Ой, тут опять перепрыжки по кольцам, блин, ненавижу. Ой, это что за... А куда здесь? А ты смотри, где чекпоинт, и поймешь. Ну, я понял уже. Блин, здесь опять пропрыжки по кольцам. Ненавижу. Ненавижу их больше всего, потому что я... Ой, как же они меня бесят, их тут выруливать, этот угол считать. А, ну в принципе там можно было и оттуда. Сейчас я уже научился делать их. Потому что... Кстати, в принципе там можно было и оттуда. Там такая рампа, и там она в конце завёрнута. Так, а куда мне сейчас можно ехать? Можно было пройти. Сейчас, скорее всего, направо ехать. Вот такой запутанный еще скилл-тестик так-то, на самом деле. Не очень понятно, куда ехать. Блин,
Я пытался на скорости прям пройти, я здесь на скорости тоненькую прошел, даже ее не прошел, ее просто перепрыгнул. Нормально. Я в кольцах сейчас. Первое кольцо. Ты еще на каком? Я уже по синей трубе еду, да, 23-й, 24-й у меня. Я на 22-м. Вот беру 23-й. Сейчас. А мне обратно ехать, мне обратно ехать. Я сказал, мне обратно ехать. Уйди, у меня здесь чекпоинт. Давай, доеду до чекпоинта, пожалуйста. Все, доехал, все. Я поехал. Я добрый сегодня. Сегодня добрый, да. Молодец. Так и надо, чтобы всегда был добрый. А то скидываешь меня постоянно. Бомбить у меня начинает. Я этого и добиваюсь все время. Ну, пока что все проходится, и это мне нравится. Мы не стоим на одном месте, и это очень хорошо. Бывают просто такие скилл-тесты, где просто берешь, проходишь и стоишь по несколько часов на одном чекпоинте. Это прям кайфово. Я, кстати, тоже уже назад еду. О, да, ну тут несложно. Слушай, тоже, допрыгнуть нельзя? А, не, нельзя. Не, нельзя. Ну, хотя, в принципе, если из трубы, то можно. Но мне кажется, проще пройти, чем пытаться допрыгнуть. Хотя да. Так, а сейчас я возвращаюсь обратно, я так полагаю. Да, я возвращаюсь обратно. Мы сейчас туда, где конусы вот эти. Не-не-не-не-не, я имел в виду, где конусы вот эти были. Туда еду я. Все, я взял этот чекпоинт. Было бы сейчас прикольно, если бы я сейчас долетел и проехался ровненько прям. Ну, кстати, можно попробовать. Я сейчас попробую залететь. Так и должно. А, нет, там же трамплин. Она в другой стороне, понятно. Кто? Да, чекпоинт. Ну и рампа вот эта. Там рампа, которая снизу, я ее не увидел, просто вперед прыгнул. Во-во-во-во-во, отлично, еду. Куда еду-то? А куда? Куда лечу? Куда? Лечу? Долетел. Я наверх улетел. Я вот где конусы были, я вот по этой рампе проехался наверх. И сейчас я наверху летел. У меня 28-й чекпоинт. А ты конусы просто проходил сейчас? Не, я там... Там можно, понимаешь, там на ускорении одном, там, когда ты будешь спускаться, ты можешь пролететь. Получается. Не проходить, а пролететь и сразу чётенько встать. Ты понимаешь, я сейчас так тупо упал. Я не заметил то, что там поворот, и просто вперед поехал. Это где трамплины прыгать надо? Ну да. А, ну там, да, там на трамплине направо чуть-чуть надо. Угу. Ой, налево, точнее, или куда-то, я не помню. Налево. Налево, вот, да. Да, два раза, и я не заметил второй раз. Последний, да, самый? Только просто вперед на скорости прыгнул. Последний, да, который там? Потому что последний не видно вообще. Так, а я тут прохожу, и мне, в принципе, нравится. Ой, нет, я упал в конце. Опять. Но не там же. Чуть дальше. Так, я опять тут езжу по этим конусам, по этим тоненьким полосочкам. Там просто все заново надо проходить, но... Не-не-не-не-не, там уже все наверху, это там другие элементы. А, вот это я сейчас вырулил. Меня прям так сильно закрутило, и я вырулил. О, так, а я тут прохожу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям поторопился. Но не упал. Пекс. Ну, все проходится. Это очень мне нравится. Когда все проходится, мне всегда все нравится. Это всегда нравится. Так, волрайдик. Мини волрайдик. Обаньки. Ну, мы на этой машинке уже делали с тобой перекладку, поэтому нам уже ничего не страшно. Да. Я уже наверх запрыгнул. Так, а куда здесь лететь, собственно говоря? А куда лететь? Подожди, где чекпоинт? А ты сейчас где? Я сейчас... Нет, какой чекпоинт? Какой чекпоинт имею в виду? 33-й чекпоинт. Я не очень понимаю пока, куда лететь. Я на 28-м. Ну, лети в сторону чекпоинта. А я не понимаю... Ну, вон, я понимаю, я вижу, где он находится, но а как туда попасть-то? А это вот так, что ли, надо? А, это вот так надо. Я понял, все, я понял.
Да, конуса. Ну, так это тоже распрыжечка, которую я не очень люблю. Ну, ё-моё. Или это не так надо? Подожди. Хотя нет, так, наверное. Ну, а как тут еще по-другому-то? Во. Распрыжечка. Нет, пожалуйста, выруль, выруль. Долетел. Вырулил. Во-во-во-во-во. Заезжаем в Allright. Едем. У меня два колеса выпали, я вырулил машину. Во, да-да-да, все, я правильно еду. Ура, я понял, куда ехать. Так, по колечкам. И прямо в чекпоинт. Да, у меня 34-й чекпоинт. А тут же на платформе какой-то гоняю. Текс. Значит, опять куда-то ехать наверх. Стоперы стоят. А я не долетел, да? Я не долетел, ну, конечно же. И времени уже прошло 11 минут. А, я чекпоинт не взял. Хорошо, что я заметил. Это поздно уже. Потом бы заметил уже, и все. О, волрайдик. Ну, тут вообще легкий. Так. Понял, что нужно сделать? Да. Там прыгать на другую платформу, которая справа. Да, я понял. Вот, я сначала не понял, но потом понял. Круто. Ну, то есть... А я немножечко не долетел. Да, там надо прям угол идеально рассчитать. Да я понял это уже. Надо прям с самого верху прыгать. Оба, так, пожалуйста, все, не перелети. Не перелетел. А куда дальше? А, едешь на Allright и... Вижу. Стой. Вырулись, пожалуйста. Бустер, помоги. Бустер помог. Но я не долетел. Бустер всегда помогает. Я просто поехал боком, вырулил, бустер взял, но не долетел. Ой, идеально опять. Опа-на. Тут надо было конус сломать, чтобы пройти элемент. Нормально, придумано. Нет, не только не туда. Да, понимаешь, там между платформами дырочки. Я увидел, как ты упал. Нормально, чисто такой уже под конец самый упад. Пять долетел. Так, а у меня 41-й чекпоинт уже. Я тут езжу, вообще не понимаю. Какие-то куда-то все выше, выше еду. Круто, у меня 33-й. Опанки, долетел. 34-й. Ну ты так упал, конечно, кайфово. Блин, ты... а как дальше? А как туда, если я остановился? Возьмись! Нет, не взялся. Слушай, а если я остановился, я долечу? Да куда? До чекпоинта. Да, наверное, если долетишь. Да, долечу. Вот. Все, взял. Все, только там сейчас смотри внимательно чекпоинты, потому что их там очень много собирать надо. Я понял. Так, а я сейчас уже куда-то лечу в рампе вниз, вот так тоже берем, может, на превьюшку когда-нибудь что-нибудь возьму отсюда. Ой-ой-ой, тут дырочка. Ну тут не дырочка, тут гвозди. Я думал пролететь. Так я не долетел. А там еще чекпоинты сзади, проверь. Не, я все взял. Все взял? Да, их тут 4 или 5. Ага, ну тогда. А. Я долетала. Тачка. Так тут вообще просто идет дальше. Стоп, подожди, там. Я уехал, не взял чекпоинт. Да, я так полагаю? Я вижу. А, нет, не-не-не, взял, все. Я думал, там чекпоинт на платформе той, которой надо было удариться, но это не та. Ой, здесь по трубе был райдик. У меня 39-й чекпоинт. Едем. 46-й чекпоинт у меня уже. Тем временем, блин, там в трубу надо было вылететь, а я улетел, не пойми куда, ну ё-моё. На роковой. Давай, едь. А, всё, да едем. Просто допрыгнуть, да, ладно. Едем. Так, в трубу сейчас вылететь надо будет идеальненько. Вылетел идеально в трубу, дальше едем по волрайдику. Обаньки. И летим куда-то, в колечко прям, да? Нет, это... А, нет, в колечко мы потом, наверное, полетим, да? Ой, здесь просто... Ой, как красиво. Это какой? А, не знаю, 46-й или 47-й. Ой, в колечко лечу. В колечко. Пролетаю в колечко. У меня 47-й чекпоинт. Не-не-не-не, 47-й чекпоинт. Я сейчас лечу, опять прыгаю куда-то. Просто, знаешь, вот...
Капец, как все это выглядит. Лечу куда-то, опять в трубу какую-то. Я вижу, где чекпоинт. Ща выезжаю в трубу, заехал, вылетаю из трубы и прямо в чекпоинт. И тут уже... Можешь финиш не брать? Финиш не брать? Можешь финиш не брать? Я хочу пробовать пройти это. Сейчас дождемся Фрозы и будем уже заканчивать ролик. Па-па. Ну что, друзья, мы дождались Фроза, он уже тут летит в трубе, летит, давай, вот, вылетает он. И летит, делаешь, я думал, ты бочку сделаешь. Нет. И еще сейчас первый финишируешь, да? Да. Вот ты крыса. Да. А, смотрите, что делает просто. Значит, я стою, жду, а он тут первый финиширует. Ну что, друзья, это был крутой скилл-тестик, я надеюсь, вам понравились, как и мне. То есть, да, они очень крутые, поэтому ставим лайки, подписываться на канал, на наши, на мой, на Фроза, поэтому ссылочка на нас в описании. Короче, всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи, всем пока!